Ключи от своих квартир начали получать жители первого корпуса ЖК «Сходня Парк», расположенного на улице Первомайская городского округа Химки. Жители получили квартиры, которые ждали с 2017 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано Министерством жилищной политики Московской области 30 апреля 2021 года. Квартиры получают с отделкой. Сегодня здесь застройщик показал, какая отделка в квартирах у жителей будет. То есть здесь полностью обои, полы, пластиковые окна, остекление балкона. Соответственно, жители могут уже заезжать, завозить вещи, как бы и настраивать свой быт. Строительство жилого комплекса началось в 2014 году. Застройщик должен был передать квартиру спустя 3 года, но он не выполнил своих обязательств. В 2018 году был привлечен новый застройщик, который благополучно завершил строительство этого дома. Спасибо всем, администрации города, губернатору, которые помогли нам пройти все этот сложнейший путь. Сейчас рассматривается возможность достроить остальные корпуса этого жилого комплекса за счет бюджетных средств.